13.2.13.0.6.2.2018 обновлено 18.40 13 июня 2018 года 726.912 Москва 13 июнь РИА Новости. Армения надеется, что отношения Москвы и Еревана будут развиваться на базе уважения интересов и суверенитета двух стран, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Пашинян в начале встречи подчеркнул, что у России и Армении особые отношения, он выразил уверенность в том, что такое взаимодействие станет еще более исключительным. «Я думаю, что все в Армении и в России довольны этим развитием отношений. Надеемся, эти отношения будут развиваться более эффективно на базе уважения двух народов и государств, на базе уважения интересов и суверенитета наших стран. Это очень важно», — сказал Пашинян. Он выразил уверенность в дальнейших частях встречах для обсуждения вопросов двусторонней и региональной повестки. Решетка Никол Пашинян. Решетка Россия.